Так, всем добрый день. У нас сегодня на распаковке винт, соединяющий резьбой 1/4 папа-мама. Ну и высотой 25 миллиметров. Так, две штуки. Рассмотрим одну. Так, внутри у нас находится непосредственно сам винт в тройной упаковке. То есть достаточно все добровольно сделано. То есть здесь отверстие 1/4 дюйма, здесь резьба тоже 1/4 дюйма. И там резьба, и здесь резьба. Вот. Длина общая 25 миллиметров от низа до верха. Дальше 10 миллиметров это непосредственно вот эта часть, ну и резьбовая часть 5 миллиметров. То есть как раз очень удобно соединять различные части. Например, если использую видеорик Andoer, который есть на моем канале, ну, например, с трехосевым стабилизатором смартфонным Hohem Buff, то есть непосредственно на этот рик. То есть как раз высота позволяет надежно закрепить. Ну и плюс еще то, что здесь можно закрепить непосредственно сам штатив. Ну и рик установить на штатив, рик на этот винт, ну и на этот винт уже накрутить непосредственно электронный стабилизатор. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующих видео и до свидания.